себе каждый раз, что полный контроль у вас. Ваши технологии, ваши машины подчиняются вам, подставляя спины. Но что вы станете делать стоя, когда машина выйдет из строя? Если самолеты перестанут летать, а о звонке с айфона лишь мечтать. 200 лет назад самолеты лишь собирались летать тушками. 50 лет назад компьютеры были дорогими игрушками. А сегодня цивилизация без них наверняка рухнет. Мы боимся сбоев, вдруг все потухнет. Жизни общества устроены так, чтобы этого не случилось. Но все вращается вокруг их нужд, а не вокруг ваших. Такая жалость, такая малость. Они жужжат, вы выскакиваете, отвечаете на их сигнал. Так у кого на самом деле контроль и управление канал? Балом.